Приветствую вас, друзья. Продолжаем проходить Кредо Ассасинов Братство Крови. В этой серии знаете, что хочу сделать? Тут есть... На карте появились такие со значком Абстерго. Они называются... Агенты, по-моему, тамплиеров. Да, агенты тамплиеров. Давайте их повыполняем, потому что их тут 3 или 4. Прошлой серии... Так, 1, 2, 3, 4... Кстати, у нас появились логово Ромула. 1 и 2. Нам сколько там ключей-то надо было? Я уже забыл. Ну, а посмотрим, короче. Ну, ладно. Погнали, у нас ближайшая точка здесь. Где она там? Вот она. Довольно интересные такие короткие задания. Агентов выбирать. Это был твой ларек? Си. Но теперь он разгромлен. Кто это был? Донато Манчини. Я имел глупость выиграть у его лошади на скачках. Но ты... Совсем другое дело. Все только говорят, что о твоей борьбе с Борджа. Донато потребовал, чтобы я встретился с ним. Я боюсь, что он решил убить меня. Так, Донато Манчини участвует в гонках на Большом Цирке. Найдите и убейте его. Ну давайте, почему бы. Нет, не принимаем это. Где его найти? Грация Дио. Он ждет меня в Большом Цирке. Именно там проходят скачки. Храм Хант. Так, это мы читали. Что ж, погнали. Донато Манчини. Давайте узнаем. А, кстати, есть голубятня. Давайте задание ассасинам дадим. Прокачаем их, так скажем. И пойдем дальше. Он сумасшедший. Итак, задание провалено. Задание напасть на нищего провалено. Вы только что завербовали. Вы получили сигнал вызова ассасинов. Вы будете получать по такому сигналу за 1, 4 и 6 рекрутов, вступивших в гильдию ассасинов, когда рекрут... Какое? ЛБ? Когда рекруты погибают или отправляются на задание, наверное, да? Да, на задание. Вы теряете сигналы. Ну ладно. И завербовали. Контракты. В Вену отправить. Украсть сведения. Убить ученого. Один из ученых-тамплиеров считает себя неприкосновенным. Докажите, что он не прав. Доступно. Итак. Если провалено. Получается, они погибли. Оу. Давайте качать аккуратно. Двоих. Да, вот так вот. Пусть будет вероятность успеха 100%. Ну да. Давайте качать именно. Так, двое у нас с большим опытом, да? Плюс 15 опыта. Берем. Ё-моё, оказывается, когда... Провал задания, они погибают. Надо заново нанимать. Надо сильными отправлять. А я тогда крайний раз отправил единички. Ну, думал, типа прокачаются. Все такое. Оказывается, нифига. Надо смотреть счет на эту штуку. Ладно. Вот именно на этого. Вероятность успеха. Блин. Взять задание. Так, у нас... Так, это пошло. А сколько они? 8 минут было, да? Звук, правда, такой ужасный, громкий, когда задание выполняется. Давай их оставим на всякий случай. Если что, потом. Когда сами прокачаемся. Больно. А. Ясно. Погнали быстрее. Слушайте, это далеко? А это может быть далеко. Хотя точка движется. Блин, это далеко. А, нет, недалеко.
А мы можем улучшить? Я не знаю, ну, эти же двери от подъема ярко от меня не зависело, чтобы найти, куда погреть эти рабочие. Отремонтировать. 2600? Ну, давайте. Я. Просто акведуки еще не делал. Надо было тот акведук чинить. Может, у нас хватит потом на тот акведук? Очень маловато, но грация, миссере. Прикольно. Там, где точку надо будет открыть. Ладно, у нас 14 тысяч, в банк забежим, там, по-моему, капнуло уже что-то. А вот и большой цирк, как нам говорили. А здесь скачки как раз проходят. А что с ним сделать? Ох ты, зараза такая. Так, сейчас они его снимут. Да зараза. Иди сюда. Да, а ну, иди сюда. На! Стоять. Не волнуйся, ему конец. Request Каден Паче. Гадина. Крепкий. Ай, блин. Ладно, собираем с них всю фигню. Пули. Замечательно. Кстати, да, надо рекрутов нанимать. У меня вообще мало стало их. А, арбалетные болты тоже подбираться стали. Ой, как хорошо. Да иди ты нахер отсюда, лошадь, слезь. Ну и покупать ничего не надо. Так, а этого я лутанул, по-моему, да. Да нафиг ты его взял. Брось. Вот этого не взял. Меня. Дайте мне уйти. Ну и все. У нас болты есть арбалетные. У нас все есть. Так, вот это снимем. Пиявки, лекарства. Хотел с лошади его сдернуть, друзья. Не получилось. Сегодня у меня... Следующее задание. А, подождите-ка. Вон он валяется. Почему задание как будто не выполнено, да? Там еще один валяется. Покинуть эту зону. У нас все заполнено. Да, можно отсюда драпать. Следующее задание, они быстрые, короткие будут. Так, убейте только доната Манчини. Да и фиг с ним. Синхронизация эти. Так, это там следующее задание у нас моргает, но это по сюжетной линии. Посмотрим. Рядом с нами очередное задание. Агенты тамплиеров. Наверху, наверное. Да. Что-то подфризило так жестко.
Так, оно, по-моему, под нашим уже влиянием. О, 24 тысячи у нас уже в банке. Я тут прикупил некоторое количество картин. Возможно, из-за этого еще неплохо падает. Да, мы здесь были. Блин, он наверху. Да-да, мы скоро пойдем выполнять задание Ромула. Искать ключи. А, о, здесь забраться можно. Где-то здесь. Надеюсь. Ну что такое? А, вот наверху. Кого-то закапывает. А, могила, нифига. Пожалуйста, не зови стражу. Она хотела, чтобы ее похоронили здесь. Твоя жена? Она должна была стать моей женой. А что случилось? У нее была лавка в колонне. Потом в квартал пришли Борджа, а жена отказалась закрыть лавку. Монику нашли с двумя ножами в спине. Охренеть. Лиа де Рус работает рядом с античными термами. Найдите и убейте ее. Ты знаешь убийцу? Говорят, что женщину, которая занимается контрактами, можно найти у древних терм. Уходи, пока тебя не увидели. Лиа де Руссо. Кто она такая? Контрабандистка. Год рождения 1476. Эта дама явно приложила немало усилий, чтобы не привлекать к себе внимания. В Абстерго всего одна запись о ней. Лиа де Руссо, снабжающая тамплиеров контрабандными товарами, сколотила огромное состояние, не гнушаясь ни ложью, ни убийствами. Как ни странно, эта запись сделана сравнительно недавно. Но с какой целью? Что затевает Абстерго? Так. Да, действительно. Недавно, относительно недавно, это как понять недавно? 500 лет? 5 лет назад? Так, нам туда. Ой. Я тут расколошмачусь. Ну давайте эту лошадь, блин, вызывать. Дямо! Стоп. Там что? А. Там просто плита какая-то. Ух, воете вы. Сейчас довоитесь скоро. Но я сначала хочу все эти задания агентов-тамплиеров поубирать. И Борджия сочтены. Да. Дни Борджия сочтены. Хотя... Разогнались мы как, а? Слушайте, далековато. Ага, все, прибыли. Аспето. Что тут такое? Так, зеленая зона, это вредно для нас или нет? Вроде нет. То я уже... Заплющило чувака, ладно. Вот, тут эти звуки меня пугают иногда. Наши... А, смотрите-ка. Ага. А, имея трех полных сигналов ассасинов, чтобы убить всех стражников, удерживать Т. Ладно, давайте мы ищем контрабандистку, которая где-то здесь. Пагами, как...
Попо. Кажется, это действительно рискованно. Так, я туда не заберусь. Зато сюда заберусь. Ладно. Пошумели чуть-чуть. Ищем. Нашли. Воу-воу. Отстань от меня. Отлично, Исакару. Пожалуй, я возьму их себе. Батен! Реквест Капен Паче. А теперь сваливаем отсюда. Быстро. Иначе сейчас нас тут порешат. О, у нас 100% синхронизация. Ух ты ж твою налево. Чуть не свалился. Хорошо, я shift сейчас вовремя нажал. Ах ты что? Не понял. Вроде все. Я не я. Слушайте, а что это там за значок появился какой-то? Вот этот, смотрите, флаг такой. А, неужели здесь нам... Нет. Флаги появились все-таки, да? Я купил еще там карту. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это что? Флаг. Точно, флаги появились. И здесь флаг. И здесь флаг. А это завербовать ассасина. Давайте завербуем ассасина. И у нас следующее задание будет. Все-таки карту я взял в магазине. Это где картины продаются? Там можно карты различных сокровищ искать. И вот карты теперь на карте появились, флаги на карте. Акведукан... Ау. Только не надо меня палить, не надо, я сваливаю отсюда. То знаю я вас, проходили. А здесь я, наверное, не починю его, да? Ну, воет как, а? Или подождите-ка, это именно тот, я хотел починить акведук. Ну да, скорее всего тот. Вот он. Ладно. Стоп. Где-то прессует, вот. Разберутся сами. Освобождение Рима началось. Отлично. Пожалуйста, научите меня сражаться с ними. Так, куда мой лут исчез? Ладно. Смотрим дальше. Агентов убирать будем. Взяли, забрали все. Тикс, 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 тикс. Вот. Тут надо на лошади уже. Далековато все-таки. Где наша коняха там? Вот она. Ха!
вот здесь можно. Да, можно. Давайте я сейчас. А, нет, нельзя. Акведук здесь нельзя чинить. Ну ладно. Сразу задание еще дам. Как говорится, пусть качаются. Это нужная вещь. Так, выполнено. Да, очки получили. Эти завербовано. Что, ассасины? Подождите-ка, что я еще распределять надо? Точно. Точно. Распределен туз нужен. Очки навыков что-то. А, на всех что ли очки навыка? А, нет, ни хрена. У каждого свои очки появляются навыка, получается, да? А вот это что за восклицательные. А, это у кого очки есть? Давайте оружие. Как бы все. Хорошо. О, какая. Так, назад. Контракты. История. А, посмотреть сведения о выполненных заданиях. Ассасинов качать, а здесь непосредственно контрактики. Так, доступны контракты. Да ладно, Москва. Длительность 12. Умолкший. Давайте глянем, что это. Несколько лет назад мы отправили наших братьев в Москву. Одним из них был Пьетро Антонио Салари. Зодчий, приглашенный Иваном III для перестройки Московского Кремля. Мы получили важную информацию о планах Ивана, но предполагаемая смерть Пьетро спутала нам карты. Постарайтесь любой ценой выяснить, что же в действительности произошло с Салари и не осталось ли улик, которые могут бросить на нас тень. Воу. Прикольно выбрать. Ну, ух, блин. Так. 97, да. Наверное, так. Качнем. Вот. Да, мы взяли. Пусть тоже качается. Новичок. Ну все, здесь пока нет. Приступить к заданию. 97%, надеюсь, 3% не влезут в эти 97, не испортят нам чего. Так, взять задание. Блин, у меня всего, наверное, снова один вызов, да? Стоп, я взял контракт? Да, есть контракт. Таймер пошел. Стоп, Москва, еще раз. Да назад. Выполняется, да. Все, назад. Что-то мне показалось, что я не нажал. Хорошо, так, у нас снова один пунктик по вызову ассасинов. Надо больше брать ассасинов, кстати. Так, вот наше задание. Да, флаги появились. Они везде появились? Эти флаги. Да нифига подобного, кстати говоря. Не везде. Надо покупать... Еще карты. Ладно, глянем потом. На этот район только флаги есть. Тут ассасины есть. Давайте я, наверное, сейчас возьму, освобожу ассасина. И рядом там будет... Так, куда... Кто... Это кошмар. Кто лошадь свистнул? Уверен, что ассасин не отказался бы. Что-то там про нас. Про нас говорили. Надо было послушать. Ну ладно. Давайте, и дастся вам. Какую меру мерите, такую же отмерите и вам. Во-во-во. Мудрые, справедливые слова. Где-то здесь. А, наверху. Он сереньким таким. Да, наверху. Как я тут забирался наверх? Как раз здесь и забирался.
точно здесь? Меня терзают смутные сомнения, что ни хрена не здесь. Ладно, давайте глянем. Нифига не здесь. Еще выше? Да ну ладно. Не может быть. Совсем наверху, что ли? А, вот они. Ну ёлы. А, ну он живой, фух. Я думал, чувака уронили. Кажется, это действительно рискованно. Очень. Теперь как бы спуститься по-быстрому? Не хочу тут. Ну привет. Освобождение Рима началось. Спасибо за помощь. Но они непременно отыщут меня. Мне нельзя тут оставаться. Вы возьмете меня с собой, сеньор? Так. Тут какой-то подвох. Я только что там снимаю. Ладно. Неважно. Упустим это. Кому похоже вот это такое? Помните, есть такой... аниме-сериал про... как их там? Наруто. Они там как раз так и бегали там. Так, ладно, тут шматьё сохнет. А, я здесь не заберусь. Я понял. Ну фиг с ним, ищем, где можно спуститься. Наверное, так же и спустимся. Пошло все нафиг. Искать сток сена... я не знаю, где его искать. Все, здесь рядом у нас. Пешком добежим. Мудрые, справедливые слова. Однако брат Ристоро презрел их. Бог все видит. Мы минимы, нуждаемся в пожертвованиях, но взамен готовы дать знания. Честный обмен. Однако один из нас решил извлечь из этого выгоду. Он злоупотребил доверием народа. Посмотри, на что пошли твои пожертвования. Двое наших братьев убиты собственным наставником. Ристоро купил свое алиби у Борджа. Господь не любит гордецов, но благоволит смиренным. Как погибли эти люди? Они осудили образ жизни брата Ристоро. И что же? Их отравили. Ты ведь тоже осуждаешь его. Ты не боишься его гнева? Тот, кому нечего терять, не знает страха. Я не нарушал свои обеты. И теперь предаю себя в руки Господа. Господь услышит меня. Обеты связали твои руки, поэтому тебе нужен тот, кто сделает все за тебя. Пожалуйста, пойми, я не могу убивать. Угу. Брат Ристоро прячется рядом со своей церковью. Найдите и убейте его. А я могу. Где этот Ристоро? Он в церкви, но телохранители не отходят от него ни на шаг. Борджа не сумеет защитить его. Тик. Давайте. Брат Ристоро, да? Брат Ристоро, священник, год рождения 1465. Брат Ристоро принадлежал к ордену Минимов. Известно, что он собственными руками убил двух своих товарищей по ордену, опасаясь, что они разоблачат его темные дела. В базе данных Абстерга о нем сказано: брат Ристоро дал обет жить благочестиво и смиренно, но никогда его не исполнял. Очень опасный человек, законченный параноик.
Наверное, исповедоваться такому священнику весьма занятно. Какую меру мерите? Пойдемте найдем его. Он далеко, интересно. Давайте его лошадь возьмем. Мудрые, справедливые слова. Однако брат Ристоро презрел их. Бог все видит. Интересные задания, они такие маленькие. В принципе, несложные. Так, блин, я залез на гору. Да? А, нормально. Блин, я не туда опять. О, даже так. Ну, раз мы здесь. Это что? Так. Ну, поскакали обратно. Здесь какой-то тупик вообще. И там закрытая территория. Ну, в принципе, как закрытая? Она открытая, но только опасная для нас. Ага. Так, дальше сейчас... Это получается... Интересно, что нельзя, наверное, чтобы нас спалили, да? Тут капитан Борджи, я понял. Понял. Ах ты ж, ё-моё. Кажется, я тут что-то подзастрял. Так, спокойно. Ага. Берем. Минус один. Да, нет, только... А, норм. Да зачем ты мне лошадь нужна здесь? Арбалетные болты 2. Ууу, хорошо как. Так, убираем этого. Ах, блин. Все это опасно. Тот смотрит на того. Минус. Что еще? Куда ты поскакал? Твою налево. Еще тебя здесь не хватало. Так, там смотрите-ка. Он наверху. Блин, он смотреть там долго будет? Или вернется на свой пост? Тут все как-то прям осложнено. Так, там наверху что-то есть, скорее всего, там флаг. Так, он на свой пост не пришел. Или пришел, это он там ходит. А, вот он. Зараза. Так, это пули. Слишком громко. Блин, он спалит меня, нет?
Нет. Сколько у меня болтов осталось? 4. Ну, в принципе, норм. Так, там застрял он что-то. Что еще? Просто сейчас чуть не спалили. Убираем этого. Переходим туда. И убираем здешнего. Он где-то здесь ходит, да, вот он. Никого больше? Вроде никого. Так, теперь того надо убрать. Чё-то это задание прям уже посерьезнее. Так, сейчас отвернется. Умолкший выполнено. Да как же можно... Да что ж такое? Откуда он меня спалил, козел этот? Не услышали? Так, болты 3 штуки. Тоже. Хорошо, 6 штук у нас. Отлично. Теперь надо наверх как-то забраться. Давайте попробуем. Вот это прям миссия как-то подзатянулась у нас. Да, здесь. Нет, не здесь. Ага, вот здесь. Куда он пошел? Офигеть. Так, у нас эту точку можно открыть. И отлично. И поджигаем. Нет, 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 слезь. Замечательно. И у нас основное задание теперь. Агенты тамплиеров убрать. А, ну, это самое. Давайте себя снимем. Узнаваемость. Где-то с этой стороны, что ли? Так, где ты? Совет просит тех, кто использует квартал в качестве площадки для игр, не трогать веревки для сушки белья. Многие жалуются на то, что кто-то сбросил их одежду... Так, ладно. И наше задание, агент тамплиеров. Где-то там. Тучным и расслабленным нищим отныне запрещается просить милостыню на паперти. Улучшаем. А почему бы нет? Мы рядом. Тут банк есть.
Сейчас банк улучшим. Здесь наш банк будет. Вон банку. Да. Застрял тут, смотришь. Так, ух ты. А, ну как раз здесь и заберем. То, что там накопилось, накапало. Кстати, должно сейчас увеличиться у нас вместимость в банк. Не отходя. Ой, 10 из 10 мы уже открыли. Инвестиции, да почему бы нет? Отлично. 45 тысяч. Вполне. Так, кузницу улучшаем. Тоже нужная вещь. Оружие, в принципе, можно будет посмотреть. Но сейчас давайте с заданием справимся. А то что-то башню... Уйди, отвяжись от нее. О. Да, камеры тут иногда странные. Чего, наверх? Да нет, не может быть. Так, найти надо цель, да? Здесь? Ну, здесь никого. Здесь тоже. Так, это ж Кириллка. Но куда нам? Да ладно. Вот оно. Все-таки внутри. Request cut in patcha. Так, ну фиг с ним. В полете надо было. Что у нас тут есть? Тут куда прыгнуть? Сена есть? Нету. Отсутствует сена. 0 флоринов поместили в банк. Итак, смотрим, что у нас есть еще. Какие задания? Там, по-моему, еще одно задание осталось. Давайте глянем его. Вот оно. Кстати, могут еще появиться, скорее всего, да? Но я вот не нашел. Еще одно задание у нас есть. А, два задания. Так, но это здесь. Давайте тогда ближайшее к нам. А где мы вообще? А, вот где, нифига, далеко забрались. Так, мы открыли эту точку. У нас есть еще здесь можно открыть точку, а здесь башни. Борджиа, так. И в принципе больше нет. Так, Ромула. Рядом с нами Ромула, но нет. Сначала у нас это видео именно уничтожаем агентов-тамплиеров. Ладно, ближайшая точка здесь. А мы можем переместиться быстро? В каком-то смысле можем. Но потом оббегать эту штуку. Можно и сюда переместиться. Давайте я, наверное, все-таки... Давай ты определись, что ли. Не всегда почему-то она активируется. Сюда, да? Я думаю, так быстрее будет. Да, здесь рядом с нами есть логово Ромала, где мы... Да блин! Как неудобно это управление. Туннель. Thank you.
Переходим. Тыкс, нам надо сюда. Вот почему нельзя вот здесь тыкнуть? Вот это смена, вот это. Я фиг его знает по названиям, где это находится. Я ж не запоминаю это. Да ладно, подождите-ка. Я что, не открыл? А, тут еще вон куда. Да, вот это косяк. А, еще. Вот, наконец-то. Самый крайний был. Упущение. Так, смотрим, куда нам бежать. Вот сюда. Ну, это, скорее всего, лошадку возьмем. Погнали, разгоняемся. Да, бежать далековато было бы. Ага. Аспетто. Чё-то там высматривает. Не высовывайся, он еще где-то здесь. Кто? Один из псов Борджия. Мы пытались оказать сопротивление, но он... Он пришел в наш дом и начал стрелять из аркебузы. Бедняжка Анна, она... Я должен вернуться к ней. Только один стрелок. С ним легко справиться. Вряд ли он точно стреляет. Мерда. Здесь он точно убьет нас. Я побегу к другой колонне и отвлеку огонь на себя. А ты обойди его. Ух ты, Гаспар де ла Круса с высоты стреляет во всех подряд. Убейте его. Псих какой-то. Ух, нихера себе. Одесса Баста. Действительно, Гаспар де ла Круа. Или де ла Круа. Гаспар де ла Круа, год рождения 1466, снайпер. В базе данных Абстерга о нем сказано следующее. Гаспар де ла Круа – прекрасный стрелок, а также эксперт по боевым машинам. Профессия снайпера как таковая в 16 веке еще не существовала, так что Гаспара можно назвать первопроходцем. Чезаро никогда не посылал этого опытного стрелка в ближний бой. Он нашел мастерству Гаспара другое применение – прореживать ряды противника в самом начале битвы. Понятно. О. Это меня не напугает! Да пофигу. Вон он! Черт, черт, черт! Пошли нафиг. Беги быстрее! Мертвец! Ох ты, гадина. Сдохнешь ты, наконец! Не хотел возиться с ним. Реквескат ин паче. Ну, а теперь сваливаем. Шустрый какой мертвец! Драться так.
Через... Это что-то новое. Готов. Ладно. Быстрое задание. У нас еще одно осталось. О, ящичка. Берем. Сундучело. Помидоры один. То есть в ящиках еще и помидоры. Ну ладно. Так. Жаль, чувака грохнули. Смотрим. У нас еще одно осталось. Я больше просто не вижу. Нам туда. Погнали. Сохраняйте стражи обо всех замеченных преступлениях. Там Коперник. Надо будет зайти тоже туда. Далеко. Воу-воу-воу, точно. Дамы, извините. Отлично. Вроде правильно идем. Да, бежать тут как-то далековато. Так, а мы тут... А, во, прибыли. Где-то наверху... А, вот вижу. Так, вот эти сейчас уйдут. То, что они меня спалят. Просто тупо спалят. Да? Спалите? Нет, не спалили. Замечательно. Он закончит на виселице, если не остановится. Куда это мы зашли? Какую-то подворотню. А, он наверху. Он серым таким... Закрыто прям. Ну что? Ну что? Ну что? Что? Ты не можешь? Офигеть. Ничего тут искать, как туда залезть? А, вот куда. А, ну, в принципе, не зря. Маловато, правда, но пойдет. Ты что, прыгнуть хочешь, что ли? Суицидница. Точно. Осторожно. Упадешь, тебе не понравится. Я жду Ланса. Здесь? Когда умер наш малыш, он бросил меня. И вступил в банду Чентоки. Говорят, он стал убийцей. Сталкивает людей с крыш. А я говорю, что не верю в это. Но ты веришь. Да. Что ты скажешь ему, если он придет? Я прыгну. Почему за его грехи расплачиваешься ты? Моя смерть напомнит ему о том, кем он был раньше. Ланс часто гуляет по крышам. Найдите и убейте его. Он не заслуживает подобной жертвы. Где сейчас Ланс? Где-то здесь, наверху. Больше он тебя не побеспокоит. Ланс. Какой-то мелкий ублюдок. Сейчас посмотрим, кто это. Ланс. Год рождения 1480-й. Вор. Я обнаружил одно упоминание о неком римском воре по имени Ланс, который, судя по всему, был замешан во многих темных делах. По данным Абстерга, Ланс работал с бандой Чентооки, что означает 100 глаз. Не знаю, что значит это название, но смотри в оба. Прошу прощения за неловкую игру слов.
Сейчас этого чмырдяя уберем. Я, наверное, по-тихому его. Так, он где-то там. Нет. Пойдем понизу. Друзья мои, у меня самые низкие цены в городе. Да, он там. Угу. Вон он. Я его увидел. Хочу с ним быстро разобраться, чтобы с ним уже не ошкаться. Ах ты, блин. Ты куда там убежал? А? Мелкая сволочь. Ты начинаешь. Где-то бегает там. Ах ты. Какой он шустрый, а? Реквеска Тенпачи. Ой, да ладно, не надо на меня нападать. Пошли нафиг все. Покажите мне картинку. Хватит, Карлсон. И в чем был сучок? Он уходит. Че, уйди, я тебе застрял. Гадство. Надо уходить отсюда. Ушли. Так, вон там. Снимем себя. Узнаваемость. Ушли. Ушли. Вот это мужчина. Не то, что Ориго. Да, это Эцио Аудиторий. Так, смотрим карту. Точно всех мы убрали? Судя по всему, да. Нас больше нет. Агентов Борджиа. Возможно, здесь закрыта территория. И эту я не открыл. Еще здесь. Может, там будут агенты Борджиа. Ну, мы потом посмотрим. Ну что, друзья, у нас так затянулось это прям видео. Около часа. Заканчиваем эту серию. Следующую сгоняем. Наверное, все-таки я логово Ромула, да, посещу. Всем счастливо, всем пока. И всем удачи. Увидимся в следующей серии.